мотивам знаменитого романа Рэя Брэдбери. Пожалуйста. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчика торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро. Вино из одуванчика, ведь это же сидро. Нашли же, чем попочивать доверчивый народ. А очередь растет. А очередь растет. Закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл. Вина из одуванчика никто еще не пил. Алхимики не вам читать, тузы и короли. Вина из одуванчиков придумать не смогли. Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот. А очередь растет. А очередь растет. Название заманчиво, однако не секрет. Вина из одуванчиков на белом свете нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск давно закрыт. А очередь стоит. Ну, этого человека, который сейчас выйдет сюда, можно было бы назвать гвоздем программы. Но он сам, я предчувствую и знаю, будет возражать против этого. Он последние месяцы и даже годы хочет обрести несвойственную ему скромность. Иногда у него получается. Михаил Задорнов. Знаете, я о Лене узнал, вообще, я вот труднее всего на таких вечерах с чего-то начать так, чтобы всем было интересно. Замечательно начал Митяев со своей строчки, но если я начну со своей строчки, то будет гораздо короче, ну тупые, и все. Представляете, для меня это единственная фраза, которая останется из моего творчества.